Мы не знаем, пока не готовы к программе. Добрый день. Спасибо большое, что вы уделили время и пришли сегодня посмотреть. Это первая работа в моей жизни режиссерская. Здравствуйте всем. Мне приятно и волнительно находиться в такой компании замечательной. Спасибо, что вы все пришли. Спасибо моим друзьям, которые помогли и поддержали эту авантюру, которую вы сегодня увидите на экране. Спасибо. Вам приятного просмотра. Я, в отличие от Юли, не знаю, что сказать про свою картину. Она и состоит всего из одного кадра, и не игровая. В общем, мне кажется, что этот фильм может сказать сам за себя. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, очень волнительно. Дрожат коленки, потеют ладошки. Стоит на этой сцене, хотя я не первый раз не стою, я здесь провел очень много мероприятий, но вот как режиссер стою первый раз. Вот моя съемочная группа. Ее было гораздо больше. Мы снимали в Ессентуках на Кавказских минеральных водах, в городе-курорте. И это было здорово. Мы потом производили, я полтора года где-то делал монтаж, благодаря Сереже мы его все-таки сделали. В общем, спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто участвовал. Терпение досидеть до конца. Я желаю успеха своим конкурентам. Вы же конкуренты сегодня. Не по актерскому цеху, а по режиссерскому. Приятного просмотра! Поехали! В целом, ощущение приятного. Не обошлось, естественно, без чернухи. Ну, это, наверное, гик. Я так понимаю, что гик – это присуще. Меня очень порадовало то, что в прошлом и, надеюсь, в настоящем еще ребята, которые являются актерами, молодыми, подающими надежды в нашем российском кино, теперь еще и снимают фильмы. И, наверное, как бы уже с другой стороны особый актерский взгляд на то, какое должно быть игровое кино. И, в общем, это вообще безумная атмосфера, очень крутая. В зале такая группа поддержки, что ощущение, что ты на Оскаре, как минимум, только на юношеском. И как минимум добрые 50% кино очень неплохое, а это уже, по-моему, прекрасно, особенно для российского кинематографа.